Так, как первая гонка после выхода, после травмы? Какие ощущения? Все ли восстановилось, все нормально было или еще побаливает что-то? Ну, тяжело, конечно, сколько не ездил. Проехал пару тренировок, как бы решил попробовать себя, тем более приехали аутсайдеры. Подумал, как не сейчас, и ну, такой момент, что надо попробовать, думаю. Ну, все равно еще тяжеловато, и отсутствие езды чувствуется, да и рука у меня, наверное, даже на 50% не работает от полной, если брать от 100%. Ну, так в целом проехал, доволен, что не упал, доехал все заезды свои до конца, старался как мог. Будем раскатываться потихоньку, надеюсь, быстро наберу свою форму. Какой заезд для себя сегодня был самый тяжкий? Или все были нормальные? А как-то, наверное, сегодня все заезды такие для меня тяжелые были. Во-первых, давно не ездил, и рука еще свое говорит. И тяжело было во всех заездах. Ну, я не сдавался, как мог, старался. Ага, отлично. Что ты думаешь насчет гонки воскресенья? Ну, в воскресенье такой легкой гонки уже не будет здесь, и там приедут довольно серьезные ребята, и придется побороться. Угу. Надеюсь, не подведем болельщиков. Ну, хорошо, спасибо большое. Всего. Угу. Это посерьезно.